Привет, друзья! С вами вновь канал All Models, и я Денис Демин. Так, давайте продолжим со стойками. Так, нам тут понадобится, судя по фотографиям, два шланга из проволочек диаметром 0,1 и один шланг из проволочки 0,3. И здесь маленький шланг тоже из трубочки 0,3. Сейчас тут смолу подрежу, чтобы имитацию трубки здесь убрать. Чтобы приклеить было удобней. Так, и здесь мы загибаем, как всегда. И на суперклей. Так. Так, теперь давайте шланги. На хомутиках из фольги самоклейки.
Так. Как-то вот так вот. Здесь будет закрывать щиток. Который мы приклеим после покраски. Так, ну и вторая уже готова. Так, и здесь они у нас уйдут под крыло. Шланги наши. Так, это готово, это готово. Это с прошлого занятия готово. Давайте грунтовать. Чуть не забыл я еще про гидроцилиндры, которые у нас выдвигают стойки шасси. Вот то, что у нас идет в комплекте. Вот, тут я решил поизвращаться и сделал гидроцилиндры из трубочек 1,4 и 1 мм сам шток. Прекрасно друг к другу вставляются и
настраивается на ту длину, которая нам нужна. Вот. И немножко тут надо с обеих сторон еще утолщение из фольги сымитировать на цилиндрах. И все. Так, для этого мы сейчас фольгу выровняем. Наверное, нам тут хватит одного оборота буквально. Вот так вот, штуки готовы. Цилиндры, в смысле. Вот, теперь можно. Теперь можно и покрасить. Смола да металл. Обязательно обезжириваем. Куча деталей, просто куча. Так.
Мистер Сёрфейсер. Тысячный, разведенный. До состояния молока. Ну давайте по очереди. Значит, мистер Сёрфейсер, тысячный, давление 1 атмосфера. Все грунтуем. Так я и знал, что все будет разлетаться. Все детали по возможности приклею к зубочисткам. Так, надеюсь, будет лучше. Ну, естественно, все втыкаем. Обратите внимание на супер эдуардовский автомаркет. О, вот такой вот автомаркет. Диски у нас здесь в комплекте двух вариантов. Я по фотографии смотрел именно на конкретный прототип. Цилиндр я на проволочку одел.
ежик обрастает деталями. Так, теперь гвозди программы. Еще чуть-чуть. Так, не падать. Еще чуть-чуть грунта. Так, здесь у нас вот за эту можно взять. Так, а тут нам как быть? Тут нам как быть? Надеюсь, не отломаю. Так, тут у меня получается, что внешняя часть уже покрашена. А внутренняя даже не загрунтована. Может, конечно, придется перекрашивать, но тем не менее попробуем. Вот. Ну, теперь пусть все сохнет.
Подписывайтесь на канал, рекомендуйте друзьям. Всем спасибо. Всем пока.